Всем привет, меня зовут Бандерас, это клуб «Нэшерс», мы приглашаем вас на наше мероприятие. И уже в эту среду мы ждем вас на открытый НС, на нашем месте сбора. Что такое открытый НС, уже давно все знают, это свободный заезд со светофора. И в эту среду мы хотим покататься именно турботазами. Артур на приоре готов покататься со всеми. Миш, на пятнашке мы тебя ждем, розовый турбец, welcome. Теперь поговорим, что нас ждет на выходных. В пятницу нас ждет лиса. Последняя версия лисы вроде бы всем понравилась. Лиса ездит по городу, оставляет свои отметки через Твиттер и Контакт, где она и находится в данный момент. Вы ее находите, получаете кодовое слово, возвращаете на финиш, вы молодцы, вы выиграли. В субботу нас ждет внутренний мини-чемпионат. Разделимся по классу, покатаемся по турнирной таблице, посмотрим, что из этого выйдет. И, наконец, в воскресенье нас ждет Тульская миля, которая была отменена из-за погодных условий в прошлое воскресенье. На Тульскую милю мы вас ждем в 5 часов на Адоевском шоссе. Привет, зрители! От имени оргсостава я обращаюсь именно к вам. По пятницам вас приезжает очень мало, и поэтому какой проблемы с вами не бывает. А именно на дрэг-рейсинге становится тяжеловато. Будьте повнимательны, не поздержаннее, тогда нас ждут хорошие быстрые заезды. Спасибо. Вот, в принципе, и все. Ждем вас на наших мероприятиях в 10 часов вечера на Рязанской 46А. Всем пока, успехов! Мне кажется, я стою, блядь. Там снимает, я здесь стою. Нет? Нормально. Ну, конечно, вот так вот надо стоять. Давай вот так. Сейчас он газе промчит. Я нос пишу. Большой просто. Теперь от двух больших... Улыбаюсь в камеру, зачем? Теперь от двух больших событий. В субботу у нас ждет внутренний мини-чемпионат. Что ты жмешь? Вот, в принципе, и все. Ждем вас на наших мероприятиях в 10 часов вечера на Рязанской 46А. Вот так вот, чего это, блядь? Всем пока, успехов! Ну и все, наверное, да?